Почти все лето 7-летняя Милана провела на даче вместе с мамой и папой, а в сентябре пошла в первый класс. В школе ей нравится, а особенно радует, что пока не дают домашнюю работу. Хотя, по признанию девочки, ей и дома есть чем заняться. Танцевать обожаю, петь, недавно записала клип «Малявка». Видели?